Доброго времени суток, перед вами очередная и, я надеюсь, последняя версия Hiragachi. Почему последняя? Потому что я планирую конвертировать ее на Unity, чтобы сделать эту игру, как мне сказал один хороший товарищ, чтобы это перестало выглядеть как бухгалтерская программа и стало выглядеть как игра. Не знаю, получится ли у меня, чтобы оно выглядело как игра, но попытка не пытка. Я начал осваивать Unity, и там есть уже какой-то прогресс. Итак, что же эта игра из себя представляет? Она представляет собой стратегическое RPG, где вы управляете отрядами, в которых состоят герои, в которых играют герои, и они качаются, вы убиваете монстров и все такое. Лор игры достаточно простой, интересный. Вы путешествуете, вы бежите, бегите, мотаете, уматываете от великих проклятий, которые уничтожают миры, в миры прибывают монстры, а не монстры прибывают миры. Вот, и вы должны справляться, уничтожать их и все дела. И выглядит это сейчас вот таким вот образом. Целые картинки. Я сделал, если кто помнит, предыдущие версии играл. Теперь много надписей, есть карты, какие-то подсказки, какие-то штучки. Даже тут есть теперь подсказки. Если вот навести, даже видно. Ну, в общем. И игра имеет логический конец. Хотя с точки зрения доработки тут не хватает ни мирных скиллов, ни некоторых элементов боя и все такое. Я хочу игрушку сделать, чтобы она выглядела, бой выглядел примерно как в Darkest Dungeon. Ну, может, немножко по-своему, но это что-то похожее будет. Вот, чтобы экраны героев были более интуитивны, чем вот сейчас. Если посмотреть, как это сейчас все выглядит, это выглядит, ну, я бы сказал, специфически. Это реально таблицы, это выглядит как 1С бухгалтерия, только Hiragachi 008. Вот. По поводу того, как играть и все остальное, можно посмотреть в других видео. И, может быть, я сниму один видосик геймплея глобального от начала до конца, как играть в текущую версию. Если есть заинтересованные люди, я обязательно это сделаю. И по поводу текущего баланса есть некоторые моменты. Я, например, хочу переработать систему ходов, некоторые другие вещи. Когда я некоторое время в нее не играл, пока изучал Unity и другие игровые проекты, будем называть это «изучал», вот, я пришел к выводу, что некоторые механики тут очень специфичны и неоднозначны. И я хотел бы их пофиксить. По поводу того, когда выйдет первая Unity-версия, я даже не могу сказать, потому что в Unity я буксую как не знаю кто. Все-таки я уже не молод, и изучать новые языковые пакеты и игровые пакеты тоже непросто. Вот, ну а эта игрушка выглядит все вот так же, как и раньше. Мы нападаем, да, атаковать монстров, выбираете героев, которые качаются. Видите, у меня тут 6 уровни. Нажимаете в бой, и тут я практически просто нажимаю автоатака, да, для случайной атаки. Либо выбираю цель. Ну, то есть в этом плане игрушка не сильно чем-то изменилась или что-то такое. Давайте отключим задержку и просто про автоатаку. И получили опыт 95, герои совершенствуются. Хочу добавить, когда перейду в Unity, хочу добавить им снаряжение. Хочу добавить подземелья, респауны, наполнить карту, сделать тут больше объектов, намного больше, чем сейчас есть. Их, по сути, сейчас нету. Если посмотреть на карту, у нас есть только растительность и набегающие монстры. Это спойлерская карта, тут видно монстров, у обычного игрока не видно. Вот. Собственно, для тех, кто следит за игрой, это вот сейчас такая информация. Что в последней версии я исправил множество мелких ошибок и сформулировал все доработки, которые я хочу сделать и которые я перенесу. Кто знает уже, что 406-й ход — это нехило так продержаться, это всего лишь второй мир, я понял, как можно тут нормально сражаться, стратегия есть, игра, в принципе, играбельная, и есть финал. Но, вот я сам ощутил, что вот период, когда вы уже прокачали отряды, всех снарядили, у вас есть несколько мощных отрядов, которые могут защищать территории, и вы можете спокойно развиваться, в то время как другой отряд должен скитаться и уничтожать порталы, сейчас уже, как это сказать, в этот момент геймплей задается вопросом. Дело в том, что для того, чтобы достигнуть финала, по сути, тебе нужно перепрыгнуть в новый мир и начать все сначала. И вот тут у тебя как бы опускаются руки, потому что героев развивать уже некуда. Разве что уровни. А, да, я сделал их возможность разводить детей. Вот, разводить детей. Звучит так, как хорошо. Сделал тут некоторые механики интересные для этого. И
Возможно, я еще доработаю в этой версии, сделаю возможность жертвоприношения. Это несложно на самом деле. Этот алгоритм уже прописан, он полностью рабочий. И некоторые еще вещи добью. А потом все это будет переноситься в Unity и будет накладываться какая-то графика. Будет ли она красивой или некрасивой, тут уж как получится. И это будет RPG, и я очень надеюсь, что бои будут у меня выглядеть как-то более изящно, чем вот сейчас. Мне действительно это мало нравится. Ну вот у нас есть портретики слева, портретики справа. Я хочу, чтобы у нас были стоящие герои. Какой-то герой мерцает, я буду подсветочку делать, я еще пока изучаю все это, коллайдеры, шмалайдеры, и он будет атаковать другого героя, и я хочу, конечно же, добавить скиллы, а не только вот эти цифры, чистые цифры, что как происходит и почему. По поводу интерфейса, я с ним, с графикой я очень трудно работаю, так как я не рисую практически, а подборка чужих изображений, ну, вы знаете, чревато разными нехорошими вещами. Надеюсь, что те, кто следят за этой игрой, и вообще, кто смотрит мой канал, будут рады тому, что я не забросил ее, продолжаю писать. И если получится, она будет перенесена на Unity и усложнена в N раз. Я хочу добавить крафт шмота, сложные ингредиенты, путешествия между мирами, отдельные подземелья хочу добавить. И, как я и мечтал, тут будет еще следующий этап игры. Когда вы побеждаете всех монстров, вы переходите в эпоху королевств, где вам нужно кое-что другое будет делать. Вот. Надеюсь на вашу поддержку, ваши комментарии, пожелания. Пишите, свистите. Будем делать дальше. Все, всем поки, чмоки.